Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Едут за моими поросятками уже покупатель. Вот по поводу продажи. По 1000 гривен сейчас у нас цена в нашей области. Ну, можно просить и больше, конечно, ну, чтобы продать реально. Вот 1000 гривен. Поросяткам месяц и неделя где-то. Они уже кушают хорошо, самостоятельно. При этом от мамы еще бачат, и что-то хотят от мамы. В принципе, все более-менее ровные. Самый здоровый уже за 10 килограмм. Самый маленький, по-моему, 7 килограмм. Ну, в таком возрасте, в принципе, это нормальный показатель веса. Вот тут только у меня вот шнырь. Белый шнырь и рыжий шнырь. Ну, белый шнырь вы видели, наверное, видео с ним. Потому и шнырь, что сисю не давали. А сейчас начал отъедаться, как перешли на... Опять же, ну, вот их, у них привычка. И у меня, знаете, в чем проблема? Нету места, допустим, чтобы их поделить по два, по три посадить. Когда большой толпой сидят, ну, вот смотрите, толпа, да, 12 штук. Вот тех четверо, трое, там, четверо едят. Они не отвлекаются, они знают, что им надо наесться. А тот не дает, не пускает. Я бы для себя лично отбирал бы по вот такому принципу, чтобы хорошо кушал. Постоянно причем. Тогда и растет быстро, и все нормально с ним. Мама тварьевки ложится так, что не дает им нормально пить. Из-за этого они немножко бы у них пока научились воду добывать себе. Я немного опустил этот самый шланг, ниппель. А мама, он уже все, замучили насмерть. Она им ест и дает, только когда сознание теряет, и они могут ее сами заломать. А так, безрезультатно просить от нее что-то. У меня просто так получается, что я по максимуму помещения занял именно свиноматками. А отлучить некуда, поэтому я продаю их сразу. Если их сейчас, допустим, раскидать было бы, они бы начали очень быстро набирать, вообще бы хорошо. Ну, я считаю, и так они неплохо, вон, смотрите, какие смотрятся. И по размерам, и по весу. Очень-очень даже неплохие. В общем, сейчас приедут люди, человеки, и часть их заберут, большую часть. Посмотрим. Сейчас, когда все произойдет, я вам сообщу результат и покажу, кто останется. Ну, в принципе, вот так вот. Поросята полностью товарные, уже готовые к продаже. Так выглядит. Так выглядит замученная мама, которая тоже полностью готова уже отвалить от них куда-то подальше. И не будет ни секунды не сожалеть за ними ничего. Все, будем сейчас ждать. Клиенты уже подъезжают.